С февраля 2022 года материнский капитал начнут индексировать по фактической, а не прогнозируемой инфляции. Такой закон накануне одобрил Совет Федерации. Ранее размер маткапитала ежегодно пересматривали с учетом темпов роста инфляции и устанавливали законом о федеральном бюджете. Теперь его будут ежегодно пересматривать с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в соответствии с коэффициентом, который определит правительство страны. Пересматривать размер оставшейся части суммы средств маткапитала будут в аналогичном порядке. До 1 февраля 2022 года размер материнского капитала останется на действующем уровне 483 881 рубль за первого ребенка, 639 431 рубль за второго и последующих.